Бывает два типа птиц, сынок. Те, кто, как мы, летят зимовать на юг, и те, у которых на это кишка тонка. Мы очень смелые, да, пап? Да, так и есть. А ты почему не улетел? Я отстал и попал в беду. Ну и куда теперь направляешься? К своим, в райскую долину. Вот это я понимаю, настрой. Кое-кто завтра тут будет охотиться на вас. Понял? Мы приготовим для него ловушку. Только нужна подходящая приманка. А когда Корсун попадется в нее... Упс. Я устрою ему жаркий прием. Лучше без приманки. Ну и ладно. Ну хорошо. Больше никто не услышит их сладких трелей. Атакуем по моему сигналу! Ой, хвост не трожьте! Помощь! Нет! А ну убери когти от моего сына! Папа! Славные пташки. Смотрите в кинотеатрах с 12 апреля.